Руководитель Самарского театра «Витражи» Алла Набокова обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну за содействием в решении проблемы с помещением для культурного учреждения. 20 лет в Самаре существует театр «Витражи», но у него до сих пор нет своей площадки. Последние 5 лет театр базируется в ДК железнодорожников, а аренду помогает оплачивать Департамент культуры, молодежной политики, администрации города. Конечно, нам там хорошо, что и говорить. Там профессиональная театральная сцена. Отрицательные моменты, в первую очередь, то, что мы делим сцену еще с одним муниципальным театром и с многочисленными арендаторами. Поэтому зачастую перед премьерами у нас бывает только одна генеральная репетиция. Я не преувеличиваю. Александр Хинштейн обещал проработать этот вопрос. Сегодня в Самаре есть много муниципальных театров, учреждений культуры. Это замечательно. Они нуждаются в поддержке. Поэтому будем вместе с руководством города думать, как развивать нам театр «Витражи», который, да, действительно не имеет сегодня своего помещения. Во время личного приема граждан Александр Хинштейн рассмотрел 10 вопросов, и каждый из них обещал взять на личный контроль. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.